знакам зодиака следует хорошенько подготовиться к выходным заранее. Вероятно, публичное выступление, которое удивит окружающих. Овны, не расстраивайтесь, если у ваших близких не будет достаточно времени, чтобы провести его с вами. Поддержите их советом, проявите участие в их делах. Постарайтесь максимально расслабиться и провести спокойное время. Вам нужно восполнить запас энергии перед предстоящей рабочей неделей. Тельцы, у вас впереди период с повышенным эмоциональным фоном. Нужно стараться сохранять хладнокровие и спокойнее реагировать на происходящее. Даже простые рутинные дела могут открыть перед вами новые интересные возможности. Хорошее время для примирения и объяснений с близкими людьми. Близнецы, вам важно не дать эмоциям выйти из-под контроля, чтобы не испортить отношения с окружающими. В выходные вам будет проще общаться с ними и находить общие решения. Возможно, получение интересного, прибыльного предложения. Раки, ваши выходные подходят для расслабленного отдыха и восстановления. Заниматься стоит только теми делами, которые вам нравятся и вызывают положительные эмоции. Отложите все деловые звонки, не думайте о рабочих проблемах. Вам нужно отвлечься и восстановить душевное равновесие. Львы, звезды советуют вам провести выходные активно, встречаться и знакомиться с интересными и нужными людьми, проявлять инициативу. Общение и обсуждение важных для вас вопросов поможет и укрепит дружеские семейные связи. Предлагайте собеседникам свои смелые идеи. Девы, окружающие будут нуждаться в вашей помощи или совете, не отказывайте им в этом. Поддержка близких поднимет вам настроение и поможет подтянуть самооценку. Здоровое питание положительно скажется на самочувствии. Полезно сходить в спортзал или совершить активную прогулку. Весы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу и займитесь теми делами, которые вас привлекают больше всего. Такие импульсивные решения могут натолкнуть вас на что-то интересное, о чем вы раньше даже не задумывались. Есть шанс найти ответ на вопросы, которые беспокоили вас долгое время. Скорпионы, не сидите в четырех стенах, отправляйтесь в новые интересные места. Там вас ждут приключения и яркие эмоции. Старайтесь избегать любых споров или дискуссий, сглаживайте все острые углы в разговорах, иначе безобидное общение может закончиться скандалом. Стрельцы, романтическое настроение будет сопровождать вас. Проведите выходные с близким человеком, расскажите о своих чувствах, устройте сюрприз. Если вы все еще в поиске, ближайшие дни преподнесут вам интересное новое знакомство. В быту выбирайте самые трудные дела, и у вас все получится. Козероги, проведите выходные спокойно, занимаясь приятной, необременительной домашней работой. Чтобы сохранить отношения, воздержитесь от критики или замечаний в адрес родных и друзей. Делайте им комплименты. Уборка квартиры и наведение порядка вернут вам душевное равновесие и успокоят. Водолеи, эмоциональное перенапряжение последних дней даст о себе знать, и вам захочется провести время спокойно и уединенно. Также можно начинать новое интересное дело, которое вы давно планировали. Обращайте внимание на информацию, какое-то приятное известие вы получите издалека. Рыбы, отложите все дела и встречи. Звезды советуют вам поставить все на паузу и немного расслабиться. Уделите внимание своему здоровью, погуляйте, сходите на тренировку. Справиться со стрессом также поможет уборка в квартире. Общение с близкими людьми поднимет вам настроение. В начале новой рабочей недели всем знакам зодиака звезды советуют проявить изобретательность и даже хитрость, которые помогут решить деликатную ситуацию. Звезды знают, что говорят.